мужчина, что вы делаете? Что я делаю? Домой еду. Ты что мне мешаешь? На тротуаре нельзя останавливаться. Парковаться, какой ездить. Какой тротуар здесь? Какой тротуар тебе здесь? Это пешеходная зона. Это по определению тротуар. Проезжая часть, газон, тротуар. Убирайте машину или будет наклейками в лобовом стекле. Здравствуйте. Здравствуйте. А что на тротуаре мы делаем? Еще раз. На тротуаре что вы делаете? Здесь парковка магазина. Нет. Где знак парковки? Разметка? Где запрещающий знак? На тротуаре знаки не ставятся. А ширина тротуара какая должна быть? Нерегламентирована. Нерегламентирована. Так вот, мы едем, остается 2 метра. Неважно. 2 метра это уже достаточно для того, чтобы пройти. Там 120 метров. Тоже есть? 2 метра ширины тротуара достаточно, чтобы пройти. Я подъезжал на погрузку. Вот, пожалуйста, здесь... Здесь парковка. А почему где? Вы нас снимаете где размет? Без разрешения? Вы кто? Можно снимать. Кто вам сказал, что можно? Гражданский кодекс. У вас какие-то документы? Вы кто? Да. Журналист? Да. Предъявите, пожалуйста. Предъявите документы. Нам разрешают гражданский кодекс и Конституция Российской Федерации. Стоп, я являюсь гражданином Российской Федерации, верно? Да. Вы кто такой? Гражданин тоже так. Предъявите, пожалуйста, почему документы. Почему вы меня в общественном месте без разрешена съемка? Кого? Кем? Конституция Российской Федерации. Вы понимаете, если вам надо парковка, парковка со стороны СИЗО есть. Вы законы не знаете, вам сейчас объяснил мой муж. Пожалуйста, закон 152 статья, часть 1. Почитайте, и все будет ясно. Вот вы сами идите к СИЗОну тогда и поговорите. У них есть парковка со стороны СИЗО. Это вас почему так волнует? И почему вы потому что здесь ходят и мои дети то же самое. Вы почему меня снимаете? Что, простите? Почему вы меня снимаете? Вы кто такой? Потому что разрешено. Или? В общественном месте съемка разрешена. Вы не ответили на вопрос, почему по тротуарам ездите. Вы мне тоже на вопрос не отвечаете. Я вам сказал, почитайте 152 статья, часть 1. Можете, пожалуйста, прислать наряд полиции? Да, и ДПС, пожалуйста, сразу. Вы уже снег убирали, когда нужно. Они хуй маялись. Пожалуйста, возьмите лопату, чистите. А почему вы не чистите? Мы за езду по тротуару отвечаем. Вы кто? А хер ли пиарится-то, блядь, а? Контент снимать, блядь, а? Вот нахуй вы это делаете? Никому здесь не мешать, здесь дорога, пи***ц какая. Можете не материться в общественном месте, пожалуйста, это первое. Во-вторых, тут ходят дети, пожалуйста, это посмотрите. Улица. Улица, вот, проезжая часть для машин. Я говорю, это тротуар, улица. Тротуар для людей. Я могу материться. В общественном месте нельзя. Это не общественное место. А что это? Улица это улица. Место. Общественное место тут это здание. Дети. Ходят это, дети, это здание. Люди. Это вот именно что. Пожилые люди сюда припарковаться, за хлебом припарковаться. Пожалуйста. Они должны припарковаться там. Пожалуйста, парковка там. А если неудобно прям заезжать? Прям выход. И что? Выходишь и парковка. И что? Все, приезжаешь, заходишь в магазин и выезжаешь. Официальная парковка. Вот, со знаками, разметкой. Вот, ребят, я вам... Вот есть совершенно другие места, там, где вас, допустим, не хватает. Но вот здесь... Я одно могу сказать. Вы занимаетесь хуйней. Зайдите в другое место. В другое место зайдите и посмотрите, где паркуются, как. Мы сначала с одним местом разберемся. За каким одним вы... Когда перестал парковаться. У вас здесь место прикормленное, блядь, и вы хуйней здесь занимаетесь. Сколько раз такое, блядь, мимо никогда не проходил, блядь. Пешеход, я ему мешаю? Блядь, здесь тротуар... Больше, чем дорога, блядь. Девушка, извините, пожалуйста. Вам машины на тротуаре мешают? Вот здесь конкретно ездящие. Настя счастье. Ну, вообще она тут не должна ездить. По-моему, тут пешеходы ходят. Есть парковка тут в магазине. Парковка со стороны СИЗОВа. Здесь ограждена тоже... разметка знаки. Смотрите, здесь тоже разметка. И где вот, смотрите, покажите мне разметку. Видите, подождите. Где разметка? Дорога как должна... тротуар как должен обозначаться? Там должен быть поребрик. Вот проезжая часть. Подождите, там должен быть поребрик. Вот проезжая часть. Там... Это занижение для малых мобильных граждан. Колясочников, велосипедов, чтобы не прыгали с поребриком. Так подождите, ни на одной это самое нету. Чего мы не на одном уровне находимся. Нет, подожди, там есть? Там есть? Не должен быть. Здесь, по правилам ПДД, вам нет, считать? По правилам ПДД там должен быть поребрик. Не должен быть. Вот этот тротуар. А там что? Там повышение, как у магазина. Нет, там тоже тротуар. А где коляскам ходить? Где велосипедом ездить? Так, там самокатом? Ширина, там ширина 2 метра.
Вот реально занимайтесь, ребят, хуйню. Есть совершенно другие места. Вот есть другие места, вот где. А почему вы там не делаете ничего? В смысле? Ну вот вы нас так, туда гоните. Нет, нет, подождите. Если вы вписались в эту хуйню, то вы, блядь, делайте там, где вы действительно нужны. Мы здесь нам пожаловались, нам позвонили, написали, мы приехали. Парни, ну, блядь, вот не мешки ворочать, честно вам пожалуйста, скажу. Пожалуйста, не ругайтесь, мне неприятно слушать. Ну, не, неприятно, а мне неприятны ваши действия. Мы вас не задерживаем. Блядь. Мы у вас вот с человеком в диалог. Вы влезли в него, влезли, материться под... начали. Вот именно, что это человек, а вы своими поступками... Мы с человеком разговаривали понимаете, вы, адекватно. Вы это название не оправдываете. Вот и все. Герой вместе со всеми остальными, 10 героев занялся нихер что ли? Город в снегу, всех уберите, запишите видео, люди лайки получат, дебилы. Начните тоже убирать сами. Вот, начните с себя, а потом уже высказывайте. Вечер. Перед вами человек стоит. Не пугайте его, пожалуйста, таким резким подъездом. Чего? Дело в том, что здесь тротуар. Парковка. А где вы видели знак парковки? А вот посмотри. Ну? Если ты внимательно посмотришь. Угу. Не ты, а вы в первую очередь. Нет, давайте прилично общаться. Ты увидишь там разграничение на парковке. Линии парковочной. Вы имеете в виду разметку, да? Да. А скажите, разметка без знака у нас действительно? Нет. Вы же водитель, правильно? Разметка? Нет, без знака, действительно. Давайте я поясню. Скажите, а вот остановка может стоять на парковке? Дело в том, что тут парковки нет. Это обычный тротуар пешеходный. Это разметка незаконная. Ее нанесли. Вот я могу также нарисовать во дворе и сам ставить машину, поверьте. Все, больше не заезжайте сюда. Так, давить не... Ребят, клеим. Так, мужчина, не давим, человек. Здоровый. Я разворачиваю. Разворачивайся, а? Тихо. Что ты делаешь? Вы пострадали, нет, да, кто-нибудь? Да. Скорая помощь? Нет, скорая помощь не понадобится. Если понадобится, я обращусь в травму и уже телефонограмму вам пришлю. А вот этот проект можно? Документы приготовьте, водительское свидетельство на машину. Занимаются тем, что провоцируют. Ну, как людей. Есть сейчас. Как да, давил вот данного молодого человека, запись есть. Покажете? Сможем показать? Да. Давайте посмотрим. Спасибо. Вы с ними тоже, да? Вы с вами решили? Давайте мы с вами селфи сделаем на память. Со мной? Да, давайте с вами селфи на память сделаем. Да я вас фотографировал, спасибо. Я зафиксировал, мне это достаточно будет. А вы с нами тут? Да, давайте вместе фотографируемся. Я как-нибудь обойдусь. Вы не тем занимаетесь, ребята. Вы здесь стоите? Снимаешь камеры, что ли? Снимает камера, да, барышня? На каком основании? Она меня спросила разрешение. А вы кто? На асфальтовом основании. Как что? Кто вы? Как кто? Кто вы? Я уважаемый человек. Где? Который здесь живу, кем? В этом городе. Да какая разница кем?
Вот и не говорите. Вот вы представьтесь вы, кто вы такие вы? Кому? Мне. Ребята, вы находитесь в УПГ, понимаете? Нет, что такое УПГ, знаете, нет? Нет, организована преступная группировка. На каком основании вы находитесь здесь? На асфальтовом. На каком основании? На асфальтовом. Я говорю, ни на чем, а на каком основании вы стоите здесь? На ногах. Вот я еще раз говорю, вот вы никем занимаетесь, вы пиаритесь, вы, так сказать, в интернете, да, показываете свои ролики, да, мы такие молодцы, мы герои, да, мы наклеим вам бумажки. Послушайте, да, я могу говорить до конца или нет? Вы не занимаетесь не тем, вы пиаритесь, да, вы молодцы, красиво все делаете. Но еще раз я говорю, от вас никакого толку. Вот поставили здесь знак, парковаться нельзя. Вот это вот вам был бы большой такой плюс. Не, а то, что вы наклеиваете на лобовые стекла бумажки, мы это понятно. Мы не имеем права ставить какие-либо знаки. А вы здесь находиться, вы имеете право находиться? Конечно. Это на каком общество... основании? Любой имеет право получать информацию любым доступным способом. Мы видеофиксацию проводим с целью получения информации. Ваше разрешение на съемку вас на улице не требуется. Если бы, если бы мы были у вас дома, хорошо, то нам бы нужно было бы разрешение получать. Хорошо. Вот вы подходите к моей собственности, например, скажем, подходите к моей машине, например, да, наклеить на нее свою бумажку. Это законно? Да. На каком основании? Вы портите мое имущество. Нет. Вы докажите мне, на каком основании здесь находитесь вы. На каком основании? На данный момент. Как и вы? Я говорю не на чем, а говорю на каком основании. На чем? Я на асфальте. Да. Не убедили, ребята, ни сколечко, ни во сколечко, ни в одном, ни капельки какой. Вообще ничего. Хорошо. Вы только себя, говорю, пиарите. Хорошо. И все, говорю. Здоровья вам, счастья, берегите спасибо, себя. Спасибо, и вам того же. До свидания. Место, а может быть, спасибо. Лучше даже прощайте. Как видите, позади меня тротуар чистый. По факту наезда на пешехода было написано на водителя 3 заявления. Одно за езду по тротуару, второе за умышленный наезд на пешехода и третье за нецензурную брань в общественном месте. На этом у нас все. Наш рейд подошел к концу. С вами ваш любимый Стоп Хам СВД.